Так, ну вот завтра ехать на рыбалку, мониторинг погоды уже происходит в прямом эфире. Я уже мониторю, где, что, изменения, давление, влажность прямо на работе. Так что подготовка полным ходом. Такая вот фигня. Работа кипит. Мы на месте, наконец. Вон какая красавица, палаточка стоит. Короче, ребят, мы на 23-е приехали. По традиции приехали на рыбалочку. Это четвертый год, четвертая традиция уже. Нас сегодня четверо, ну в этой палатке конкретно трое. А Вовка будет недавно недалеко стоять в маленькой палатке. Рыба не ловится. То есть есть информация, что нет информации. Короче, рыбы нет. А кто здесь стоял, стояли знакомые выше по течению, ниже по течению. Поклевок не было, но мы уже собрались, мы готовились месяц. Собирались, созванивались, смотрели погоду, искали. Но, и вот, наконец-то, мы на месте. Мы на том месте, куда мы хотели попасть. Это место для нас новое, здесь мы вообще первый раз. Но акватория та. У нас впереди 2 дня. Сейчас пятница, уже вечереет. Мы немножко задержались, застряли, заблудились. Короче, было много всего. Дорогу я не снимал. А сейчас у нас подготовка, установка лагеря. И уже ставим комбайны. Что из этого получится, мы не знаем. Но есть информация, что двое суток люди стояли. Вообще у них 2 рыбы всего за 2 суток. Где-то в 500 метрах отсюда. Может быть, километре. Мы будем отдыхать. Рыбалка тоже будет. Будем готовить. Будем показывать вам зимнюю рыбалку мужиков. 23 февраля. Это четвертый сезон. Это наш четвертый выезд. 23 февраля. Короче, хорош болтать. Уже скоро темнеет. Давайте. Серега вон растяжки уже делает. Ветер страшный сегодня. И завтра будет мороз. Перемена погоды. Что из этого будет, пока непонятно. Хотели успеть расставиться. Ну, я, как обычно, по хозяйству ставлю вам жилище, пытаюсь протопить. То ли брикеты сырые. Вот такие вот у меня остались камни с бани мобильной. Я их наложил, они сейчас прогреются, будет здесь гораздо теплее. Ну, вроде сейчас более-менее температура. Сейчас вот чаек поставлю еще. Чаек поставлю. Сейчас покажу, что там остальные делают. Ну, здесь уже более-менее тепло. Я думаю, разогреемся. На улице темнеет. Вот у нас дымок клубится. Серега вон с фонариком ставит. У нас все по ужин готовит. Что у нас на ужин? О, у нас ужин с пельмешками. Ну, чем пельмешки накладывать? Вот лунку сейчас чистили. Сейчас будем размешивать. А больше нечем. Кто поварёшку бы додумался взять? Да и не планировали пельмени так-то. Красота. Всем доброе утро. Фу, я один остался в палатке, ребята пошли проверять комбайны. Ну, как и ожидалось, под колокольный звон мы не проснулись. Хотя бы успели поставиться вчера порядка 15 комбайнов. Ну, там по нулям. То есть тишина, все пучки уже целые. Только перезаряжаемся, кормим.
Я остался в палатке, сейчас буду делать, мы позавтракали уже, поэтому сейчас буду заниматься с пучковязом, это неинтересная история, часа на полтора, надо сделать около 50 пучков. На улице очень холодно стало, возможно, с этим связано. Повышение давления до 760, на 25 пунктов поднялось давление по сравнению со вчерашним днем. Вчера было плюс 3, сегодня минус 25 утром, ну, на день обещают минус 16. Как-то так, но мы в комфорте, мы ловим, пытаемся, будет еще мормышка, скорее всего. Народ понаехал, там встали, ночью спали, хорошо, поддавали каждые, наверное, 2-3 часа. Как только прогорит, сразу становилось прохладно, в спальнике не ощущаешь, можно было не поддавать. А вот голова постоянно мерзнет, как только голова замерзла, все, встаешь, пару брикетов, ну и два 10-килограммовых таких контейнера с брикетами мы израсходовали за с 6 вечера до вот 6 утра. Соответственно, у нас хватает по количеству. Ну, короче, так, смотрим, что будет дальше. Я надеюсь, все-таки свою рыбу мы найдем. Вот такой пучковяз. Процесс очень простой. Резинку одеваешь. И это очень сильно убыстряет работу. Берешь так вот просто туда ее, раз, резинка сжимает такой пучок, лишнее убираешь, и все, и в 2-3 раза убыстряет монтаж этого пучка на крючок. Мотыль остается живой, ты его не протыкаешь, очень долго хранится. Таких пучков сейчас надо 50 штук сделать. Так, у нас первая поклевочка. Погоди. Ну, прям загнуло жестко. И сиди, потрясает. Сиди. Вот мы такие кружочки, короче, сделали, и у нас не замерзает ничего. Мне кажется, он там щипает, поэтому давай, тяни. Сидит что-то. Что-то? Что-то сидит. Лишь бы в лунку прошел. Да, что думаешь такой? Просто лунки маленько, все равно поуже стали. О, смотри, вымыло. Да. Вот. Ух ты. Первая. Первая рыба. Он не один. Не один? Да, там еще один. О. Есть, клади. Еще есть? Да. У-ху-ху. И первый сразу дуплет. Неплохой. Огонь. Второй. И третий. Третий? Да. Да ты че? Да. У-ху-ху. Триплет нафиг. Это мы называем гирлянда. Вот он. Огонь вообще. Подошли. Круто. И три штуки. Ну вот, вот это уже не первый. Ну-ка, дай краба. Видали, что? Так можно начинать рыбалку. Вот он, из этой троицы самый большой. Ну, здесь грамм 500-600. Но начать рыбалку, считай, мы приехали когда? Вчера вечером. Начать рыбалку с такой вот триплета, это просто огонь. Я надеюсь, мы раскормим, расклюется. Сейчас стабилизируется погода, морозная сегодня и завтра. Вчерашнее потепление, конечно, нам, ну, судя того, что три рыбы, активность началась, так что смотрим дальше, будет прикольней. Вот этот комбайн вообще был загнутый. Просто решил проверить, есть там что или нету. И там что-то есть, да. Рыба сидит просто здесь, потихоньку.
уже устало просто биться, когда мы его возьмем. Ни хрена себе! Вот это лещ! И там еще есть. Охренеть! Вот еще здесь есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ах, они как один все к ряду. И там еще есть. Этот вообще прям подает. Они как грозди просто. Вот он, третий. Как на подбор, просто три штуки, смотрите. Охренеть. Просто охренеть. А мы сидим, ждем, когда рыба клюнет. Что там за движуха? Мы настолько суровы, что вот отсюда вот сломала. Нихуя себе. Прикинь, вырвала вот эту даже резьбу. Что делать? Сейчас надо где-то болт искать с гайкой. Болт искать сейчас найдем. Сантиметров 5. Я пробурил вот, вон, и одну только там успел, и все. Чем мы придумали? Мы разобрали чуть-чуть вон тот снегоход, откуда открутил. Сидушки теперь она не фиксирует. Да? И нашли такой вот болт. Там их два таких, так что у нас есть. Так что у нас еще шанс есть. Не, ну он толще. Тут, видишь, вопрос в том, что тут с одной стороны, Серега, входила в эта штука, понимаешь? Ничего, нормально. Ну-ка, она, это точно не хватает? Точно. Она не входила. Она не входила, потому что в патроне нету толщины такой. Главное, чтобы твой болт сейчас сюда зашел бы, да. Вот в это отверстие, было бы вообще замечательно. Все. Нет, вот сюда бы он вошел, вот так, зашибись. Только смотри, не намотай. Постараюсь теперь. Просто если бы мы не починили, то лунки мы бурить... А на... даже и ручного нет, да? Закончили бы, да. У нас есть еще 150-й шнек, но он тоже без этой хрени. У меня где-то запасной баранчик такой был, я сейчас искал. Надо еще поискать, пока крути, на всякий случай. Чтобы снегоход совсем не разбирать. Ну, у нас еще собака есть, как бы. То есть пол двигателя можно разобрать. Да. А, нет, есть, прикинь. О, только она толще. Ну, ребят, мы только сняли трех. И вот еще поклевка. Я иду снимать сейчас. Интересно, кто там. По-моему, движуха началась, веселье началось, рыбка активизировалась. Так, 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 так. Че? Тот же комбайн? Ты что-то снял уже тут еще, да? Да я даже не успел колокольчик повесить. Ясь, смотри. И еще лещик. И там еще кто-то? А? Там еще кто-то? Где? Там. Да я тут подошел. Вытащить не можешь. Кто-то дергается, подает? Не, я просто так. Ну, может, у тебя зацеп за край. Mm-hmm. Не? Mm-hmm. Рыба? Ой, ну давай тогда посмотрим, что там. Красота, нифига, комбайн один работает. Поставили 20 штук. Может, за край? Там, я не знаю, что это такое, но это, может, налим? Держи, держи, ничего-ничего, стравливай, все я хорошо. Ничего-ничего-ничего, он устанет, это же и зима. Понятно, у них там ни кислорода, ничего. Надо кормушку отцепить, наверное. Подожди, ты не держи за нее. Я ничего. Сейчас как не будет? Да он там дури, просто. Давай, давай. Очень интересно. Это очень крупный. Я быстро... О, а можно запустить? Я ничего, я подаю. Я просто... Отпусти, Серег. Я понял. Я попробую отцепить. Это налим. Налим. Я думаю, что это такое, блин? Нифига, налимище. Да он огромный для наших мест. Серый. Степа далеко. Охренеть. Двушка налим. Как он взял-то хорошо.
А я понять не могу, что это такое. Все, там больше никого. Нифига себе! Я на лимой в жизни такого не видел. Я вообще не ловил ни разу. Я тоже. Где этот крючок? Обалдеть, ну-ка покажи. Вот это жаба. У меня телефона с собой нет. Охренеть. Ребят, смотрите какой. Достойная борьба. И вот такая вот змеюка. Ну здесь под два. Ну два, наверное. Два, я думаю, есть. Фига себе. Обалдеть. Один. 20 комбайнов поставили, один я работает. Я даже не успел колокольчик повесить. Давай, опускай. Фига себе. Вот это да. Крючок, причем. Так. Ну а лещика и яська ты тоже здесь взял? Да. Обалдеть. Вот он. Вот это настоящий трофей. Его стоит вот так показать. Ну, где-то здесь от полутора до двух еще живой. В обед клюнул сразу же после постановки через 5 минут на комбайн. На мотыля. На верхний крючок. На самый ближний крючок от кормушки. Смотрите какой. Ну это первый вообще налим. Я вообще живого налима не ловил и не видел. Смотрите. Поближе. Классный. Просто классный. Так, ну что, ребят, кто досмотрел до этого момента? Вы красавцы. Ладно.